Добро пожаловать на канал NeoLife. Сегодня мы поговорим о BitBoy Crypto, о XRP. В сообществе XRP поклонники его называют верховным предводителем XRP. Сегодня, как он говорит, он хочет поговорить о важных вещах. Повествование в СМИ прямо сейчас пытается подтолкнуть биткоин с точки зрения настроений по цене. Они сейчас ничего не делают. Сообщение ясное. Они пытаются убедить розничных инвесторов не покупать больше биткоинов прямо сейчас, через СМИ. Но цена стабилизируется, поскольку они готовятся к этому большому росту. Это может быть ваш последний шанс накопить эти уровни в течение следующих 1-2 недель. Но они не хотят, чтобы вы это сделали. Они не хотят, чтобы вы копили биткоин и другие криптовалюты. Плавайте с китами, делайте то, что делают киты. Прямо сейчас посмотрите на всю статистику. Она накапливается. Итак, я хочу продолжить свой вопрос, который меня спросили о том, почему внезапно спустя годы я стал фанатом XRP. Я никогда не уничтожал Ripple. Я никогда не уничтожал XRP. Я никогда не говорил об этом очень негативно. Я всегда был немного маниакальным, потому что в 2017 году я заработал на этом немного денег. Я хочу, чтобы цена поднялась. Я хотел поверить в это, а потом, конечно, знаете, в XRP есть некоторые вещи, которые мне не нравятся. Самая главная вещь, это нехорошо, что компания Ripple выходит и говорит: «Эй, знаете что, мы должны продавать наши собственные монеты, чтобы поддерживать прибыльность компании на медвежьем рынке». Это не то, что вы хотите услышать как инвестор в XRP. Но почему я не купился на все, что сообщество XRP говорило годами, а теперь вдруг я слушаю? Когда вы начинаете слышать что-то от нейтрального человека, кого-то непревзятого, того, у кого есть общий вид на картину в целом, и рассказывает вам в большом масштабе, почему эта информация хороша, это бьет по-другому. Итак, да, ребята, у меня есть источники. У меня сейчас есть люди внутри во многих разных местах. Знаете, у меня их несколько. Итак, когда мой источник смог показать мне более широкую картину того, что происходит, где компания Ripple, как всеобщий гигант криптовалюты, вписываются в банковский картель и где их место в группе Digital Currency. И ходы, которые они делают прямо сейчас, это некоторые из тех шагов, которым армия XRP говорила давно. Это просто поразило меня, и это открыло мне глаза на то, что происходит. И ребята, я никогда не выйду сюда и не скажу вам подробности, даже если XRP сделает меня миллиардером. Я бы все равно не стал открыто высказываться о том, что мне не нравится в Ripple или XRP. Я не буду оправдывать эти вещи, потому что это приносит мне деньги, но это действительно хорошо. И будет приятно, когда XRP сделает людей в моем сообществе богатыми. Когда это делает людей в сообществе богатыми, это будет здорово. Итак, я думаю еще раз, сообщение здесь: плавать с китами. Делайте то, что киты делают. А киты уже накопили XRP, если честно. Вот почему я так не беспокоюсь о том, что XRP пока падает. Я бы на самом деле как бы поспорил, я не знаю, может быть весь XSEC, возможно, некоторые люди предвидели это, и это было точкой накопления. Многие упустили шанс, когда цена падала до 16 центов, это было крайне низко. Хотел бы я получить намного больше за это время, да, но я сижу прямо сейчас примерно с 200 тысячами XRP. Я действительно подумываю о том, чтобы купить еще XRP. Посмотрим, что будет дальше. Подведя итог, BitBoy Crypto с более чем 1 миллион подписчиков говорит, что биткоин-киты накапливают, а XRP-киты уже накопили. Не следуйте за толпой, которая боится, а инвестируйте в то, что изменит вашу жизнь. Спасибо за внимание. Подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайки. До новых встреч, пока-пока.